ну ты, наверное, не убился, я решил сыграть хроматическую гамму, такую, которую я играю очень часто в джемах. Ну, то есть это через ноту. То есть получается, смотри, как же можно сказать. Получается, что мрачный такой... То есть это хроматический гамма полностью, но на тренд, например. То есть минор, мажор.